Итак, всем привет, друзья! Мы на канале Alex Mega Games, и сегодня поиграем в одну очень увлекательную приключенческую игру. Итак, нам поступил вызов, и мы собираемся тушить пожар. Нам нужно собрать все вещи, спуститься по этим замечательным канатам, ведь мы же настоящие пожарные. Так, еще надо ниже спуститься и, конечно, поехать. О, это был замечательный пожарный такой вот баллон, мы все знаем, огнетушитель. Фонарик, как без него? Так, эй, Тобик, не мешай, сейчас не до тебя. Мы едем спасать и тушить пожар. Конечно, спасать пострадавших. Ну, их, надеюсь, не будет. Еще прыжок. И у нас осталась одна каска, и мы почти готовы. Вот нам показывают, можно спускаться и садиться в машинку. Хорошо. Надеюсь, у нас получится помочь нашей троице. Смотрите, какие замечательные три друга собрались. Монстр машины. Итак, вы собираетесь вперед? Конечно! И отправляются наши герои на помощь. На помощь тем, кто может пострадать от пожара. Хорошо. Хорошо едут. Ну, надо быстрее. Надо как-то оповестить всех. Ага. Вот замигали фары. Засигналили разные огонечки, и теперь всем видно, что едут настоящие пожарные. Ну что ж, друзья, сейчас мы приступим непосредственно к пожару. Так, хорошо. Посмотрите, тут есть очень много жителей в этом дому. Нам нужно сначала обязательно всех снять с этажа. Так, кошечку мы сняли. Теперь что? Лягушка. Хорошо. Так. Теперь у нас змея. Но она ведь тоже живая и тоже боится огня. Обезьянка. Ящерица. Так, замечательно. Зайчика не забудем. Хорошо. И, конечно, черепаху. Отлично, мы справились. И при этом никто не пострадал. Молодцы. Ну что ж, теперь надо перейти к следующему уровню. Небольшая головоломка. Нужно каждую детальку разместить в свою ячейку. Ну, вот так вот как-то должно получаться. Овал, треугольник и вот такой вот ромб. Замечательно. Молодцы. Все получилось. Ну, теперь, наверное, дело коснется нашего огня, который и был причиной вызова пожарных. Сейчас мы при помощи вот такого мощного водяного насоса будем тушить огонечки. И, конечно, победим. Должны победить пожар. Отлично, замечательно. Еще один. Ура! Готово! Мы просто молодцы! Ну и посмотрите, все жители данных домиков очень довольны и поздравляют, и благодарят, конечно, наших пожарных за то, что они помогли справиться с огнем. И все наши пожарные награждаются вот такими медальками.
Всем спасибо, до скорых встреч, до новых игрушек. Всем пока!